Здрасте. А вы скажите, здесь находитесь, у вас есть какая-то бумажка открепительная, что вы можете закончить разговор сейчас? А я интересующийся гражданин, да. Ну покажите свой паспорт. Не, а у вас есть открепительное удостоверение? Да, сейчас я полицию туда вызываю, понял, все, у вас есть, да? А чего вы не стали раздавать литературу там? Передумали? Ну, нам просто уже пора ехать. Уже пора, да? Ну, вы имеете в виду, что вас просто в следующий раз наряд вас задержит, и вы поедете, да, будете административку. Не, да не, ну как, вы раздаете литературу, находясь вместе в общественном, не имея тот крепительных удостоверений. У вас должна быть бумага от централизованного вашего кришнаистского сообщества. Есть, слушай, вы имеете право именно вот тут, вот, именно у администрации Красноярского края. Вы вообще не в своем мире, да? Не, ну вы вообще душа не в своем мире, только других не завлекайте в этот мир, ладно? Говори. Ребят, ну вас обманули очень сильно. Вы просто Ну потому что. Нет. Я живу в своей стране, и за Русь православную мы и стоим, как бы. А вы стоите за вообще кришнаистское какое-то учение, даже которое не то, что там индуизм, это вообще не пойми чего вообще. А что значит слово секта? Да. Сообщество по интересам. Это вас так научили. Ваши предки были кем? Православными? Ваши предки кем были? Да. Я не вижу альтернативы. Ну, смотря какие каналы вы включаете, да. Вражду, вражду, обман, лицемерие, да. Понятно. И ну, а другого ничего нету? И войну, а вот смотрите, вот он на часовне, вот он храм среди стоит. Не ашрам, а храм. Не, а Бог он не имеет. Да, конечно, да, расскажите мне. Илья Муромец, он не Харе Кришна кричал, когда сложился. На Куликовом поле. Он не христианин. Понятно. На Куликовом поле ослябя монах, не за Харе Кришну сражался. Вы же Бхагавад-гиту раздаете, а не Библию. Ребят, ну вас обманули очень сильно. Потому что я занимаюсь этим проблематикой сект вообще. Да. Я знаю, что это такое. Да, конечно. Пока вы будете носить эти вот шаровары, простынки вот эти, вы не в своей стране, реально. Посмотри на себя вообще, ты выглядишь вообще. Отлично. Да какого отлично?